Потому что позвали, я не знаю. Я не знаю. Наверное. Ну, я про это, я не знаю, с ним разговаривать надо. Обычно девочки, мальчики и все. А здесь. Не знаю. Ну, получается, две команды девочек, две команды мальчиков и гвардия. Ну, что там, Садыка звонит? Я не знаю, это как бы он так решил, я не в курсе. Я тоже не знала, что это. Я, ну, он мне когда сказал, что Серик придет, я думала, просто один сам Серик придет, а оказалось, что он с командой пришел. Я думала, сам Серик придет. Пенсионеры не стоят. Ну, те, которые вот, все как обычно приходят, там Ахмед, Комплекс. Помимо их, это, да, гвардия на углу разговаривается. Ну, не знаю, что делать теперь. Что надо сделать? Эльдар бегает по бровке. Ну, я не знаю. Да. Просто ты ему в следующий раз скажешь, чтобы он с тобой советовался. Так я вам про что уже давным-давно об этом говорю. Конечно, никто не слышит. Ну, я не думала, я думала, как обычно, у нас обычно мальчики, девочки, так три команды. То есть наша основная, ну, всегда три команды у нас было. Молодежь и наши две основные, и все. Ну, а сегодня еще очередь, гвардия добавилась. Ну, не знаю, ну, может тебе сказать, чтобы они ушли? Не разрешают тебе все.